Я заметил одну тенденцию, да, что против во время корпоративов, даже не новогодних, даже любых, у меня такая тема. Я вот сижу, общаюсь с человеком, да, потом раз, и не общаюсь. И дома, утро. Жень, вот у кого такое бывает? Женя, поднимите руки, у кого хотя бы раз такое было. Я ботинки в мониторе не слышу. Вот. Ну, не меньше 10 человек. Он кто-то из девчонок даже две руки поднимает. Слишком низкий процент. В принципе, хорошо, что люди могут контролировать. Хорошо, но дома у себя тоже разные бывают моменты. Так, вы о чем сейчас? Мы про телепорт алкогольный. Алкогольный телепорт? Алкогольный телепорт. Он всегда со мной. У меня через раз работает. Это переработка. Это значит, ты на полпути развития.